Біз внутренний перевозкаларды Кыргызстан бойынша тоқтотқан жоқпыз. Международный перевозка бойынша, бұл біздің, не только біздің мәселе бойынша, біз постоянно сөйлесіп отырамыз. Қазақстан коллегаларменен, Российской Федерации коллегаларменен сөйлесіп отырамыз. Бұйырса, апрельдің, может быть, 20-сына, же майдың башына бұйырса ашылады. Бияқта, получается, российские железные дороги, менен казахские железные дороги уруксат беришти, бирок основной штаб Россияда бербейт. Апрельдин канчасын дедиңиз? 20-сына биз ойлоп отурабыз, эми сүйлөшүп отурабыз. Апрельдин 20-сынан Бишкек, Москва пассажир каттамы ишин баштайт, э? Бишкек, Москва эмес, азыр 5 апрельде біздің коллегалар Москваға барып келішті, как раз ошо пассажирский перевозка мәселе бойынша. Азыркы учурда Москваның кольцевойын полностью железнодорожный транспорт обновление кылып атышат, рельстерді менять етіп, шпалдарды менять етіп, ошондуктан азыр бүт не только бізге Кыргызстанға, но и Өзбекстанға, Таджикстанға, Казахстанға Бишкектен Самараға чейін жолду уруксат берип атышат. Также Казань менен Новосибирск уже буйрса бизге уруксат беришти. Единственное, Москвага пока 2023 жылга чейин пассажирский перевозкалар болбойт. Алар өзлөрү жасап атышат да, өзүнүн путтарын внутри кольцевой Москванын пассажирский рейстерді, мәмелерді менять етіп жатыр. Қашан басталады? Бишкек, Москва, Москва, Бишкек пассажирлік ташулар. Улукбек Сукбаш, мен жооп берип коюн. Азыр министрлік тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Негизинен мына темир жол тармагынан дагы министрлік тарабынан да макулдуктар берилген. Өзүңүздөргө жакшы билесиздер, ал жакта штаб чечим кабылдат экен. Азыр штабка сунуш берилди. Штаб эле макулдугун берсе, мен ойлойм, жакын арада ачыла баштайт.